Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. Вдова Иосифа Кобзона поддержала поведение родственников Анастасии Заворотнюк, которые не дают комментариев о состоянии здоровья актрисы. По словам Нелли, нужно принять желание родственников не подтверждать слухи о тяжелом состоянии актрисы. Она может прочитать новости о себе, узнать о сложности своего диагноза и опустить руки. Напомним, супруг Нелли, народный артист СССР Иосиф Кобзон, долгие годы боролся с онкологическим заболеванием. В 2005 году певец перенес сложнейшую 6-часовую операцию по удалению опухоли. Через 4 года его прооперировали повторно. В конце июля 2018 его госпитализировали в столичную клинику, а через 6 дней он впал в кому. Его не стало 30 июля 2018 года. Он не дожил до 81 года всего 12 дней. Слухи о критическом состоянии Заворотнюк начали появляться в первых числах сентября. По некоторым данным, у актрисы глиобластома. Были сообщения и о том, что Заворотнюк в коме, однако эти данные позже опровергались. А как вы считаете, правильно ли делают родственники? Пишите в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Всего доброго!